садитесь. Вероятно, у нас с женой как раз не хватает принятия друг друга и достаточно терпимого и доброго друг к другу отношения. Как мы можем работать, чтобы вот сгладить эти нюансы и действительно иметь хорошую друг друга отношения? Надо изучать, надо понять, что вот так у всех людей на Земле бывает. Причина – это природа желания человека. Вот когда, допустим, я чего-то хочу от близкого человека сильно, то это его напрягает всегда. Ну, то есть желание это само по себе, это то, чего мы хотим в жизни. Наше желание это наша жизнь, мы хотим счастья, хотим любви. И если я сильно чего-то хочу, то близкий человек будет напрягаться от этого. Ему будет трудно это именно это сделать. Потому что это очень трудно будет именно это сделать. Потому что напряжение будет внутри. И если он не будет делать это как надо, у меня будет возникать сильное чувство несправедливости. Это чувство несправедливости, оно вызывает протест. Люди начинают из-за этого выяснять отношения. Ну, то есть желания, они адекватность восприятия ситуации очень сильно меняет. Мы очень сильно увеличиваем понимание себя и уменьшаем понимание близкого человека. Неадекватное такое двойственное восприятие ситуации всегда возникает. И сюда еще добавляется то, что женщины очень плохо понимают вообще природу мужчин, а мужчины очень плохо понимают природу женщин. То есть у каждого у всех свои разные совершенно интересы, желания в жизни, характер, даже сама речь отличается. И когда желания сталкиваются, то это все усугубляется очень сильно. Но здесь еще накладывается ваша природа. Есть люди безразличные ко всему, у них вообще семья не получается. Есть люди, у которых правда или вот законы, правила выше человека стоят. Это вы, у вас так. То есть вы такой человек обстоятельный, вам надо, чтобы все было правильно. Но думаю, что я так чувствую, что жена у вас точно такая же. Она такой же природу имеет. Вот есть люди, для которых человек выше правил. У этих людей легче с отношениями, но у них бывает другая проблема. Они иногда унижаются ради человека и тоже разрушают отношения. Ну, у вас вот такая проблема, и вы должны учиться человека ставить на первое место. Это сложно, но это единственный выход, чтобы все было правильно. Потому что, когда ты человека ставишь на первое место, по-доброму к нему относишься, он тебя может понять. А если ты относишься к нему через правила, то он бунтует внутри, у него выключается возможность понять, и начинается вот это вот увеличение пропасти между людьми. То есть правила выше, потом мы уже не понимаем друг друга, мы разные, мы не любим друг друга и так далее, и так далее. И так разрушаются отношения постепенно. А если доброта, добрая позиция по отношению к человеку, то постепенно улучшаются со временем отношения. Ну, то есть это очень важно, вот эти вещи понимать. Так люди иногда совершают ошибки в отношениях. Они рушат себя в своей постепенно. Я смотрю, у кого тяжело вот со своими мужчинами. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, рад вас видеть вживую. Слушаю ваши лекции порядка 5 лет, сильно поменял свою судьбу. И у меня вопрос о духовной практике. В духовной практике я представляю вас как своего учителя и продолжаю заниматься этой духовной практикой. Могу я продолжать это делать? Ну, понимаете, есть разные отношения. Ну, допустим, все люди, которые пришли в зал, кроме тех, которые пришли первый раз, никогда меня не видели, они в какой-то степени воспринимают меня как старшего. Ну, то есть они слушают, прислушиваются к моим советам. Вот.
Слово «учитель» — это слово, оно имеет разные черты. Например, есть такая, ну, такой момент административный человек. Например, являюсь ли я официально учителем какой-то духовной традиции? Ну, чтобы меня признавали вот эта традиция духовной учителя. Нет. На это есть две причины. Первая причина — у меня на это нет возможности, ресурса. Потому что у меня другая занятость, это надо с учениками в основном работать. Если ты учитель, ты должен вкладываться в них, а я вкладываюсь слушателей своих лекций. Вот. Вторая причина — это направленность моей жизни. То есть учитель в какой-то традиции означает, что он должен, ну, оставить всю другую деятельность и заниматься внутри профессионально какой-то деятельностью. Поэтому я не могу быть вот чисто таким учителем, как бывает никак. Наставник, допустим, внутри всех. Я больше лектор. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса — это ваша личная позиция. Вы можете воспринимать меня как наставника, и в этом нет никаких проблем. Просто это не накладывает на меня определенную, ну, обязанность иметь с вами близкие отношения, понимаете, потому что у меня нет на это возможности. Ну, то есть мне надо, ну, если я вам, допустим, говорю, давайте будем такие отношения строить, значит, захотят и другие. Это значит, что мне надо отменять свои повестки, лечебную деятельность, я должен заниматься вот этим. Но если вы просто слушаете лекции и выполняете то, что я там говорю, разве это плохо? Понимаете? Если вы говорите, я вот серьезно отношусь к вам, как учителю, это нормально. Просто есть отношения, есть как бы, вы как относитесь, а есть уже законенные такие правила отношений, когда я должен с вами строить близкие отношения, там, и так далее. Понимаете, это не так возможно. Насколько я понимаю, что внутренние отношения, они у меня развиваются. Это хорошо. Но все равно у вас должен быть наставник, с которым вы лично будете общаться. Это очень важно. Это первое мое наставление. Вам будет нужен человек, который вы будете близко общаться. Он будет для вас человеком, который будет решать вам вопросы, которые в духовной жизни, которые будут насущными для вас, вот, срочными. Я, к сожалению, не могу включиться в это. У меня другие задачи в жизни. Могу попросить задать последующий вопрос? Да, конечно. У меня достаточно мудрая жена, и многих учителей она находит в них определенные, ну, как бы, несоответствия или высокие стандарты, которые мы как семья не можем выполнять. На данный момент я понимаю ее уровень, но я понимаю, что именно в тех отношениях, которые, ну, в ваших наставлениях, моя семья медленно двигается вот уже на направлении. Очень важно понять такую вещь, что правильный подход к жизни означает не искать или не видеть в людях недостатки какие-то, пусть даже в старших. А наоборот, стараться искать хорошее в людях. И если, допустим, старший не соответствует тебе, то ты очень уважительно к нему относишься, но при этом не берешь у него наставления. А если он соответствует твоим пониманиям, то ты берешь у него наставления. Другой подход, когда ты начинаешь обсуждать и пытаться искать, вот, что не так, как в каком-то старшем, этот подход разрушает отношения с Богом. Потому что ему не нравится такая позиция людей. В каждом старшем есть недостатки однозначно, в любом человеке вообще, в целом. Если мы настраиваемся на, ну, правильное в человеке, таким образом мы настраиваемся на его душу, на его чистоту, и таким образом мы связываемся с Богом также. Если мы настраиваемся на недостатки, то это не помогает никому. Это неэффективно. Поэтому аскеза человека, который идет к Богу, является
попытка настраиваться на хорошего человека. Это касается всех людей, вообще не обязательно такого. Это аскеза, потому что это сложно так делать. Мой опыт показывает, что все люди, которые внимательно изучают недостатки кого-то, они все теряют возможность развиваться. Рано или поздно это происходит. Поиск недостатков вообще не является правильным подходом к жизни. Потому что недостатки даже искать не надо, они видны сразу в человеке. А вот хорошее увидеть в человеке очень сложно. Для этого надо с ним строить глубокие отношения. И в целом есть духовно развитые люди, у них могут быть недостатки. Если мы их видим, это будет оскорбление по отношению к Богу. Потому что Бог выделил этих людей, Он дает им особые полномочия. И если мы не видим этого, а видим только недостатки, то тогда это разрушает отношения с Богом уже. Поэтому вообще смотреть на недостатки людей, видеть их, пытаться, это не самый лучший вариант жить вообще. Ну, потому что есть недостаток у человека, тебе-то что вот это? Ты как бы что-то выигрываешь или проигрываешь. Если мы не концентрируемся на недостатках людей, мы вообще в целом не на той волне живем. Ну, то есть люди, которые видят чистоту, и у них одна волна жизни. А есть люди, которые видят недостатки, другая волна жизни. И что мы видим, мы такими и становимся сами. Поэтому видение хорошего в людях – это очень трезвое восприятие мира. То же самое говорить о судьбе, допустим, часто предсказатели, они пугают людей там войнами, всякими катастрофами. На самом деле это неправильное восприятие мира. Потому что если ты впереди видишь, пытаешься увидеть хорошее, то хорошее увидится само, плохое увидится само, ты тогда трезво видишь мир. Плохое видеть легче, оно пугает. Все, что пугает, видеть легче. Если ты пытаешься увидеть хорошее, ты тогда трезво видишь будущее. А если ты пугаешься плохим, ты не можешь оценить, как будет. Потому что люди всегда стремятся к победе. И они всегда плохое пытаются убрать, а хорошее усилить. Поэтому трезвость означает учиться видеть хорошее. Это всегда помогает победить судьбу и правильно видеть ситуацию. Выбирайте наставников, которые вам подходят. Жена тоже должна выбирать. У нее тоже есть такая свобода. Но она не должна концентрироваться на недостатках. Это неправильно. Это разрушает человека. Это не значит, что слепо доверять всем, то есть надо искать себе человека, который будет давать тебе знания. И при этом уважать всех остальных. Такой правильный путь. Мы так и делаем, у нас было уже несколько наставников, но Махалас, Карьера, не встретили этого человека. Ну, то есть мы каждого уважаем. Да, все, это нормальный путь. Ничего страшного в этом нет, это нормальный, правильный путь. Это процесс развития. Я очень рад продолжать презентацию. У вас сейчас идет тяжелый период внутренний психический поиск, вот это вот трудно вам. Ну, это проведение. Нужно идти в период дальше, продолжать. Ну, вы спросите. Спасибо большое, что приехали в наш город. У меня такой вот вопрос. Я боюсь выходить замуж. Я состою в отношениях, но они были достаточно сложные, сейчас как бы выровнялись уже. И вот он зовет меня замуж, а мне уже и не хочется. И вот, не знаю, очень боюсь ошибиться. Не первый раз, когда вы боитесь ошибиться, правда? Конечно. Просто вы не знаете предыстории.
Вот у меня есть Максим, помощник врач, он консультирует по здоровью всех, рассказывает, как можно у нас в центре пройти лечение заочно, дистанционно. Во время лекции бесплатно консультации, приходите к нему, общайтесь. Предыстория такова, что вы получили очень жесткий опыт разрушения отношений в прошлой жизни. Этот опыт, он находится в неосознанном состоянии у вас сейчас. Вы его переносите на то, что есть. Вот этот человек, с которым я сейчас строю отношения, он никак, никак не связан с тем, что вы о нем думаете. Потому что ваши мысли о нем переносятся с прошлого опыта, не с его поведения. Ваша настороженность по отношению к нему чрезмерна, и она разрушает ваши отношения. Ну, то есть сама настороженность постепенно вызывает уже у него сомнения, стоит ли ему вас брать замуж. Поэтому, если вы эту настороженность не будете выключать и не использовать разум, поэтому все, то можно остаться одному. Потому что, по крайней мере, это уже второй случай в вашей жизни, когда вы можете хорошо выйти замуж. Первый случай вы так проклопали из-за того, что вы так боялись. Теперь вы опять теряете второго человека. Поэтому мой долг сказать вам хватит. Надо соглашаться выходить замуж. Если вы чего-то недопонимаете еще в отношениях, тогда еще пообщаетесь. Это нормально. Сколько вы общаетесь уже с ним? 8 лет. А? 8 лет. Все, уже хватит, а то замуж, когда уже костями гремить уже не стоит. Еще немножко смущает то, что он не нравится окружающим, ну как бы родные, родители. Это все ваша плохая судьба, то есть не надо выходить замуж. Не обращает внимания, да? Но он не пьет, не там, ничего. Но уже нет, но была с этим проблема. Он просит брать вас пить, да? Да, но я все равно хочу его закодировать. На всякий случай. То есть выходить, да? Не бояться. Мне кажется, 8 лет, по-моему, достаточно, чтобы принять решение. Достаточно. Олег Геннадьевич, еще можно вопрос по поводу работы? Я мастер маникюра. Ну, у вас хорошая работа, вам нравится, все классно. Я очень сильно физически стала утомляться. Это не проблема в работе, проблема в вашем здоровье. То есть нужно это в моей лекции послушать, потом, что такое длительное движение, непрерывное, неподвижное положение тела, поза на теле. Нужно очищать свои психические каналы для того, чтобы не утомляться в целом. Вот сейчас, где бы вы ни начали работать, будете уставать на любой работе. Это связано с плохим периодом жизни и плюс с тем, что вы неправильно живете. У вас ленивая жизнь, вам надо зарядки делать там. Иначе у вас будут все больше и больше организм идти в сторону невозможности трудиться. Ну, то есть проблема не в этой работе, она вам очень подходит. Проблема в том, что вы неправильно живете. Психическое очень сильно. Это одно и то же, вот это то же самое. А когда закончится этот период? Где-то через полтора месяца, недолго. Это одно и то же, это и есть неправильная жизнь. Хорошо, спасибо вам большое. Ну вот там вот мужчина, в очках, вы, да? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я благодарю вас за предоставленную возможность задать вам личный вопрос. У меня вопрос личного характера. У нас с женой уже продолжительное время, и приходит к нам ребенок. Не можем мы забеременеть. Хотя, в принципе, стараемся жить достаточно. У вас точно есть проблемы. Во мне? Да, у вас есть напряжение определенное, которое ограничивает активность сперматозоидов. Это напряжение
побеждается длительным непрерывным движением. Нужно ходить 4 часа 20 минут раз в неделю. И где-то на около 3 часов ходьбы вы почувствуете, что вам очень тяжело идти дальше. Если не сможете, значит постепенно доходите до этого уровня. Если сможете, то сразу. Где-то через 2 месяца такой практики у вас активность сперматозоид начнет восстанавливаться. Что касается жены, то надо принести фотографию и не показать. А на рядочке? Та же самая проблема. Да. Напряжение в теле. То же самое, вместе ходить. А еще раз уточнить время и как будет? 4 часа 20 минут раз в неделю. Спокойно идете, радостно. Не бегать, просто ходить, да? Ну, не сможете бегать, у вас сильно напряженный организм, у вас сердце не сможете пробовать. Сначала ходьба, даже это вам уже поможет, уже станет лучше. Здравствуйте. Я ведем достаточно активный образ жизни, у меня, в принципе, такие прогулки есть. И танцы, плюс... Вот смотрите, если вы танцуете, то вы можете там всего 5 психических цилиндров в организме. Для того, чтобы у вас поражение на 4-5 находится. Это гормональная функция в 5 цилиндр. Если непрерывно идти 4 часа 20 минут, вы доходите до этого 5. Во время своих танцев вы очищаете 2 всего. Не доходите до этой зоны. Какие прогулки, сколько длятся у вас, сколько времени? Примерно такое время длятся по городу. То есть вы специально ходите 4 часа 20 минут? Не четкое это время. А сколько вы ходите? Вы останавливаетесь или идете дальше? Я не засекала, простите. Ну, то есть вы пришли в магазинчик, походили, там встали, то пошли дальше? Да. Это не очищение организма. Человек встает, у него назад все возвращается. Нужно не прерывать идти. Всегда в последний раз ты вот такую вот делаешь. Вы очистили 2,5 цилиндра. То есть вы там вставали, а надо непрерывное движение совершать. То есть вы не достигли цели. Спасибо. Может, еще какие-то действия? Пожелание вам вода, контакт с водой, может, Россия говорит. Дальше. Овощи, которые растут над землей, есть кабачки, тыква, капусты, вот, авокадо, белая фасоль, кунжут. Продукты, которые улучшают возможность. Молочные продукты, сливки, молоко, сметана тоже улучшают гормональную функцию женщин. Спасибо большое. Просто бывают такие мысли, что... Вдруг не суждено, пропадает вера иногда. Может, с этим связано? Ну, если батарейки у меня, допустим, в микрофоне не работают, я пытаюсь говорить, а не работает микрофон, я через некоторое время думаю, наверное, не суждено, я не суждено. Это нормальное мышление? Надо разобраться, что мешает. Вы же женщина. Батарейка. Да, мешает то, что организм не наполнен. Когда у женщины организм наполнен природой правильно, она всегда включается, организм как надо. У вас не хватает энергии, он зажат. Это зажатие упирается в длительном движении. Все. Другая проблема, немножко перегреет организм, чуть-чуть перегреет. Это лишается бассейна. Все советы я вам дал. Благодарю. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Низкий поклон, баланс всех души. Чего вы плакали недавно, о чем? Вчера или вчера? Что случилось у вас? Сначала хочу поблагодарить. Я больше 4 лет слушаю вас. И у меня очень здорово изменилась жизнь полностью, кардинально. То есть у меня нормализовались отношения с сыном благодаря вам. То есть у меня, ну, он на глазах, родители начали меняться. Я встретила любимого человека рядом с ним. Я очень благодарна судьбе вам, вы мой наставник на данный момент, я не нашла. Хорошо. Да, я бл-
Благодарю вас. Будьте счастливы. Спасибо большое. У меня два вопроса. Один перетекает к вам на другую. Тяжелый период, наверное, действительно. Какое-то эмоциональное истощение в последнее время. Всего столько навалилось. Я понимаю, наверное, так протекает судьба. Да, тяжелый период, связанный с вашим здоровьем, с нервной системой, идет истощение организма. Да. 100%. Вот. Такой вопрос первый. Я очень, люблю родителей своих, родителей своего мужа, детей. У меня постоянная ответственность за всех. Мне просто физически вот другой раз не хватает на себя, на семью. Уже есть ответ. Есть определенные стадии. Вы по природе склонны помогать другим. Это ваша природа. Вам нравится вкладываться в других людей. Но вы должны знать, как это правильно делать. То есть первая стадия вложения в другого человека – это почувствовать спокойствие по отношению к нему. Вы не проходите эту первую стадию, вы сразу перескакиваете на вторую, пытаетесь словесно ему помочь. То есть правило такое. Вот вы хотите кому-то помочь. Сначала молитесь, работайте над собой, аскезы совершайте, для того, чтобы по поводу этого человека в сердце наступило спокойствие. Когда спокойствие наступает, тогда наступает вторая стадия. Вы идете и общаетесь. Если вы сразу идете общаться, вы будете сильно истощаться, потому что вы перескакиваете через один шаг. Это все равно, что вы, допустим, не по лесенке не идете не на каждую ступеньку, а через пять прыгаете. Это неэффективно, потому что это затрачивает много сил. То есть сейчас наши оба родители, то есть мужа и мои, очень нуждаются в нашей помощи. Сейчас у них... Помощь всегда это помощь, это энергия, понимаете? Энергия, да. Вот, допустим, я вам помогал много лет, но меня здесь не было. Да. И вот те люди, которые сейчас пришли, и они слушали давно мои лекции, им помощь будет гораздо сильнее, чем тем, которые пришли первый раз. Потому что уже отношения включились, они уже работают. Вот точно так же вам надо с помощью молитвы включить отношения с родителями, так, чтобы им уже помогло, а потом уже общаться. А вы это делаете с помощью общения, то есть вы это неэффективный способ. Нужно сначала промолить отношения, потом общаться. Я поняла. Вы неэффективно действуете, потому что вы сильно устаете, особенно еще на фоне плохого периода. Вы сильно истощаетесь и в отчаяние впадаете. Чувствуете, что у вас нет возможности это сделать, а вы просто неправильно это делаете. И еще один вопрос. Можно? Да. Рядом сидит любимый человек, я его безумно люблю и благодарна. Безумно люблю — это плохо. Нужно спокойно любить. Спокойно. Стараюсь. Благодарю Бога, что встретила такого человека. Вот. Но замуж не зовет. Вы как бы любите поспокойнее, он позовет. Да. Как бы думаю, чувствую, что вроде оно. Что ж я такого делаю не так? Вы слушали мои лекции, мужчины? Давайте. Давайте я с ним поговорю. Вы слушали до этого мои лекции первый раз? Нормально, если я вам что-то скажу? Вы не будете? Конечно, говорите. Что страшного? У меня к вам вопрос. У вас был сильный стресс в личной жизни до этого. И он как бы до сих пор еще не прошел. Вы восстановились уже или еще нет? После того, что было. Еще и сам не понимаю. А? Еще и сам не понимаю. Я думаю, что это главная причина. То, что вам надо сердце, чтобы ваше успокоилось, как бы оно еще пришло к вам. Поэтому вы вот такой человек обстоятельный. Вам надо разобраться во всем, чтобы решения принимались спокойно. Твердой обстановки. Сейчас неспокойно вам по поводу того, что вы. Она этого не понимает, ваша девушка. Я понимаю. Тогда зачем меня спрашиваете, если вы понимаете? Я просто
хочу спросить, мне ждать, как долго ждать? Это хороший и правильный женский вопрос. Женщина должна мужчину души, пока он не разберется. Это нормально. Надо обязательно ждать. Это вот Богом данный вам человек, он обязательно вас возьмет замуж, пригласит. Это произойдет через годы примерно. Так. А детки у нас будут? Значит, насчет деток хочу сказать следующее. После лекции у меня будет запись на детки. У меня лимит есть определенный. Все, кто подойдут, запишутся, будут детки. Потому что деток я раздаю не мог, понимаете? Он мне перепоручил эту функцию. Поэтому как бы я все решаю. Сейчас подумаю. Почему вы меня спрашиваете об этом, если у вас остается семья, значит, должны быть дети. Просто если у вас будут трудности, тогда надо решать вопрос здоровья. Все. Полечиться и будут обязательно. Спасибо большое. Будьте счастливы.